Я сливаюсь внутри. Разработчики меня хотят забанить? Как же много у нее ножичков! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня я ломну аккаунт стримерши прямо на стриме, и мы посмотрим на реакцию, чтобы понимали, ребята, это аккаунт моей девушки. И она прямо сейчас будет спускать стрим. Я буду во время стрима заходить к ней на аккаунт и буду ее троллить. Давайте просто немножко посмотрим на аккаунт. У нее целых 3600 голды! Я грибу, алибабу! Вот это аккаунт, ребята, если вы ждали эту долгожданную рубрику, прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь и напишите в комментариях, кого ломануть следующего. Как же много у нее ножичков! Как же много у нее аркан! Ох, ребята, сегодня будет очень горячо. Все, давайте, все, не палимся, я быстро выхожу, потому что если она меня спалит, ребята, мне хана! Потом я быстро выхожу и прямо сейчас буду ждать начала ее стрима. 5 minutes later. Пойду и первое дело выставлю скины. Мне сегодня сказали, что у меня, блин. Так, короче, ребята, стрим уже начался, поэтому сейчас мы начнем наводить суету. Я предлагаю так, давайте-ка мы сделаем первый разочек, просто поменяем ник, чтобы она не поняла, что произошло. Подумают, мало ли, бах какой-то или еще что-то. Но, ребята, вперед, заходить к ней на аккаунт. Опа-на! Я опять на ее аккаунте. Надо говорить немножко потише, потому что почему-то не знает, это моя девушка. И она тоже стримерша, она стримит в соседней комнате. Все, просто захожу, делаю ник. Бомжетка, бомжетка, имба! Сохраняем изменения. И, о, и давайте мы еще поменяем ей аватарочку. Блин, она меня выбивает, она меня выбивает. Она тоже пытается зайти на аккаунт. Нет, Анетка, не выбивай, отстань, отстань, отстань. Так, 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 пока она не спалила контору, меняем аватарочку. О, на вот это, тут есть как раз сердечечко, все, Анетка, поменяли, поменяли, и я выхожу. И погнали к ней на стрим. Напишите разработчикам, разработчики, пожалуйста, ну уже надоело, что все время лагает. Мне подписчик хочет подарить голду. Хорошо, она еще не спалила, она думает, это лаги. Да-да-да, Анетка, это лаги. Ты все правильно понимаешь, это лаги, просто лагает стендов. Бомжетка! Это что так? Что это такое? Я ж... Подождите, я ж такой ник не ставила. Что это за бомжетка? Или ставила? Блин, я так давно не стримила. Я была перхотью. Помню, у меня ник последний вроде был перх. Просто прикиньте, у нее название клана бомжетка. Ее ник бомжетка. А был ник перхоть. Блин, Анетка, ты еще с ума сошла. Ну ладно, давайте нормально поменяем все-таки на Анетку. Ну какая бомжетка? Ну блин, ну ребят, не обзывайте меня бомжеткой. Анетка конфетка. Пацаны, все в комментариях написали. Анетка бомжетка. Разрешаю, никого банить не буду. Братик, ты посмотри на инвентарь этой бомжетки. Ты в курсе, то, что лучший ивент на болдропе уже вышел? Ты хочешь получить халявные ножи за простые задания? Тогда тебе на болдроп. Также я тебе дарю промик на 1000 активаций для хорошего старта. Вся нужная информация снизу в загребе. Так, ребята, я обратно зашел на аккаунт. Прямо сейчас давайте обратно мы поменяем ник, чтобы она точно поняла, что кто-то ее ломанул. Делаю ник бомжетка. Табуретка. И знаете что? Давайте-ка мы прямо сейчас немножко наведем суету. Вы спросите, Кент, пока как именно? А я сейчас зайду на наши любимые, ребята, анкомоночки и куплю, так сказать, штучек 100. Самое главное, все это сделать максимально быстро, чтобы она ничего не спалила, потому что еще стендов очень жестко лагает. Все, заходим. 100 штучек, оп, по цене 1 голда. Идеально. Извини, извини, реально прости. Давайте мы еще купим ей кейсиков. 5 штук, 5 фейбл кейсиков. 5 фейбл кейсиков, все. Все, ребята, меня тут не было. Погнали к ней на стрим. Что вы понимали, она все это время пыталась зайти на свой аккаунт, но, увы, не получалось. Меня взломали, это, по сути, исключено. Не... Понимаете, конечно, да? Конечно, это исключено, Натулечка, тебя никто не взломал. Просто где-то пока зашел и немножко решил пошутить. Разработчики! Она думает, это разработчики! А чё кейсики не купились? Чё за дичь? Разработчики! Я сказала, вышли с моего аккаунта! Это разработчики! Вышли с моего аккаунта! Даю 5 секунд! Какая бомжетка! Мне чат пишет, что это разрабы меня ропят! Разработчики, выходите!
Конечно, это разработчики. Мне очень интересно, как вы думаете, заметили она, что я купил ей 100 анкомонок. Но, походу, нет. Ребята, есть продолжение. Давайте-ка мы сейчас зайдем еще раз и начнем продавать ее арканы с 0.3. И тратить ее голду, куда мы захотим. Все, пацаны, все, давайте. Еще раз залетаем к ней на аккаунт. Посмотрите на выражение лица. Блин, походу это слишком жестко. 5 minutes later. Ну шо вы, пацаны, погнали, мы сейчас зайдем и купим ей 5 фейбл кейсиков. Кстати, ребята, я такое вижу впервые в жизни. Посмотрите, у нее 999 плюсов, то есть у нее больше 1000 новых предметов. Все, ребята, я купил 5 фейбл кейсиков. Выбей аркану или бан. Это будет гениально. Все, Анетка, теперь тебе надо выбить аркану или бан. И знаете, что мы сейчас сделаем? Продадим парочку ее аркан. Ну, например, АВМ Бум с 3 наклеечками. Ну, Анетка, ну надо делиться. За одну голду. Цинь! Ох, это жестко, это жестко, это жестко. Так, пацаны, что мы можем еще продать? Давайте подумаем. Ножи пока что продать не буду, но очень скоро я их тоже продам. О, UMP 45 бейс. Ой, еще и статрек. Тоже продам за одну голду. Ох, идеально. Просто прикиньте, он стоил 500 голды. Это как нож. Я просто взял и продал за 0.3. О, АВМ Винтерспорт. Давайте-ка я с него сотру одну наклеечку. Все-все-все, это уже слишком жестко. Я думаю, пора выходить. И давайте посмотрим на ее реакцию. Если честно, мне же неловко как-то, потому что я знаю, если Анетка узнает, что это я, то он там придет и Несла где скажет: ты че, падаль? 5 minutes later. Не-не-не, кента нету дома. Я бы тоже так подумал. Кента нема дома, нету его. Ушел он. Поняли? Кента нету дома. Поэтому, ребята, это не Кента ПК, она так думает. Гениально. Выбей аркану. Или бан. Или бан. Постараюсь реагировать спокойно. Разработчики, я предлагаю поговорить. В смысле, она там красит губы? Она что там собралась делать этим разработчикам? Нетка, слышишь? Ты что там собралась, Анеткам, отрабатывать этот бан или как? Ты там совесть-то имей. И вы разбаните второй аккаунт. Меня второй аккаунт в бане. Вы понимаете же, я не хочу, чтобы меня снова куда? Уберло, да куда? Ты фейбл закупил. Ты дурак, разраб. Осуждаю, осуждаю. Блин, сейчас ее разработчик забанит за кибербул. Анетка, ты на кубатонку рушишь. Я выбиваю аркану. Давай. Фух, аркаду, или я получаю бан на свою основу. Кстати, да, ребят, кто не знает, ей уже банят второй аккаунт. А прикиньте, ей реально выбудет аркана. Не-не-не, арканы Анетки не видать. Ну вы специально не даете мне аркан. Разработчики меня хотят забанить ради того, чтобы так забрать мой аккаунт и забрать себе голду. Не, разработчики, так не делается. Не, все, все, сейчас... Разработчики, может, ей скажем, что мы можем делать бесконечные голды без воровства аккаунтов? Так, ребята, у Нетки осталось ровно 3 попытки. Что смотришь? Угораешь, да, с моего стрима? Ну да. Хорошо, разрабы. Так. Вы же, дайте угадаю, вы же подкрутку выключили. Мне даже аркана не вылетает, вообще не пролетает. Кстати, в натуре ни одна аркана не прилетела. Не пролетает. Ну бывает, Анетка. Ну, разрабы, извините меня, пожалуйста, извините, пожалуйста. Ну, блин, разработчики, походу, ну хотите, я не походу, знаю, бан. Хотите, на колени встану. На колени? Что угодно, хотите, ну, это что после угодно видео сделаю. Ну, в рамках адекватного. Будешь на коленях извиняться после видео, ясно? Можно и неадекватного. Ой, так, все. Чего? Никто этого не слышали, понятно? Никто что? Это не слышал. Перхоть волосатая, ты с роботкой просроченная. Бан! Или аркану. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Тра-та-та. 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 Аркана или бан? Кто-то получает плюс бан. Но, к сожалению, Анетке выпали только рарки. Поэтому я прямо сейчас захожу на ее аккаунт. И прямо сейчас начну продавать ее арканы. Ну так, ребят, вы не переживайте. Все в рамках адекватного. А вот мы и на ее аккаунте. Смотрите.
Я продаю твой инвентарь, я разраб. Я уже поменял ник. Так, ребята, дальше, после этого я прямо сейчас просто начинаю продавать весь инвентарь. Вот просто, не знаю, вот давайте продадим этот М110. А че бы нет, возьму и продам его. Вообще на язычах за одну голду. Но, ребята, это только начало, потому что самое интересное, это то, что я хочу продать ее ножи. Посмотрите, как же много ножичков. И давайте-ка мы, ну, какой-то, например, Танта Рестлес, который стоит... 1,5 косаря! Я просто беру, и прямо сейчас я сливаю 0,3! Вам не показалось, это не шутка, это не сум. Просто беру и сливаю за 0,3. Ну что, ребят, вы готовы? Просто представьте, как же она так будет злая! Пух! Братанчик, поздравляю! Прямо сейчас еще продадим фам-бум! О, идеально! Я его продам прямо сейчас за 1 голду. Вообще пушечка. Ну а теперь, чтобы Аннетке, так сказать, жизнь малина не казалась, я прям сейчас беру и начинаю просто делать вот так вот. Просто все, что можно, применяю рандомно. Так, все, Аннетка, будешь играть с этим замечательным М16 Нидлом. Дальше, вместо ее АКРа, у нее АКР Трек, я применю АКР Карбон с какой-то сраной наклейкой. Все, идеально. Но это еще не все. У нее еще есть в инвентаре Rival кисечки. Она как будто знала, что я люблю их открывать, поэтому Аннетка... Пух, полетели. Блин, еще и выпал и пустил в рот. 5 minutes later. Я продал Скорпион Вейл. Я продал Легендарку. Я продал еще один нож. Еще, ой, блин, сколько я всего напродавал. Ребята, я думаю, настало время говорить правду. Но я скажу, это необычно. Я прям сейчас сделаю вид, что как будто я пришел с улицы домой. И скажу, ой, Анелька, что такое? Она такая плачет, меня взломали. И скажу, что тебя взломал. И потом начну смотреть историю продаж, то есть все. А потом, когда она уже будет сильно расстроена, потом уже скажу, что это был пранк. Надеюсь, она не разозлится. Что происходит? Что? Анетка! Что? Да не кричи так, а! Это что? Кто тебя взломал? Разработчик, зачем? Да зачем разработчик? Это разработчик. Разработчик! Это разработчик, слышишь, ты перхоть вонючий, чем ты взломал Анетку? Разработчик! Смотри, 2 ножа! Танка Рестлес! Скажи, это разработчик, я да? Ненавижу вас! Разработчики, зачем вы это сделали? Ненавижу! Пишем клан Экстельболт, где клан Экстельболт? Пишем разработчикам, срочно, срочно. Клан Экстельболт пишем. Пишем разработчикам, пиши Акслиболт. Вот так, Аксли, Акслиболт. Подожди, я не могу убежать! Не подержи, сейчас разберемся. Это не ты? Да нет, конечно, какой я? Мы еще напишем разработчикам, тебя развалим, не переживай. Это точно не ты? Да какой я? Думаешь, я бы такое сделал? Анетка, сейчас тебя разбанят, не переживай, не переживай, не переживай. Это блин. Не ты? Да какой я? Точно! Ну, блин, ну они меня и так забанили! Это, ты? Ну как сказать, ну не совсем я. Чуть-чуть. Ну короче, это был пранк! Анетка, это был пранк, не злись, не злись! Ты же додавил! Пранк меня! Иди ко мне, иди ко мне. Мне так полагал, да я пью. Я тебе все отдам. Я тебе все отдам. Все, не расстроен. Это был пранк какашкой. Ну что же, мои уважаемые подписчики, и на фоне этого Анеткиного инвентаря, фух, ребята, вроде бы как она не сильно обижается, все нормально, я буду заканчивать это видео. Но, ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал, в комментариях напишите, кого мне следующего, и вообще вам нравится эта рубрика или нет, комментарии буду реально считать, пацаны, без кидалова. Обязательно подпишитесь на меня, пока-пока.